самба. Ты моя самба. Ты моё самба. Ты мана вали, валюмай на болтай. В этих объятиях сам. Короче, всем привет, с вами Валера. Сегодня третий тур Кубка мобильных фиферов против Виора. Это решающий тур. Если я проиграю, то все, там уже все матчи, оставшиеся на вылет. Если выигрываю, то есть хороший шанс, чтобы выйти в плей-офф. В соперниках у меня Виор. Это... страшно. Там Пилигрино, Холланд, Сульшер, Сёрлот в нападении. Он 4-2-4 играет. И плюс Эдегор. Волнуюсь, конечно, но... от меня ждут меньшего, чем от матча против Феникса. Как сыграю, так и сыграю. Надеюсь, выиграю. Защита. Что ж так лагает-то, ё-моё. Ой, блин, чё за фризы, я не понимаю. Там Пилигрино опасное оружие. Вот каким образом я должен буду что-то делать с таким... Не-не-не-не-не, вынеси! Кёйберг! Сам должен бежать, сам! Линдстрём! 1-0! Еспер Линдстрём! Хорошо, воспользовались контратакой. Так, сейчас полегче. Что ж так сердце-то колосится, я не понимаю. Меня мелес сам дергается, это минус, это жуткий минус. Тихо-тихо, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Дергаюсь очень много. Да что ж так лагает-то, ё-моё, я не понимаю. Тихо-тихо, держать мяч. Ух, блин, не удержал. Все, все быстро вопрос. Я за Кристенсена слишком много зон оставляю. У меня опять сам Кьяер дергает. Что это вообще такое? Я даже за него ничего не делаю, он сам начал дергаться к нему. Пиздец, я не знаю, уже. Николас, переключаем. Я не... даже от скуки против меня идут. Ой, это прошло. Да, пока что проигрываю 1-2. Держи... блядь, что это? Ос, блядь, да... даже не мяч не забрал. Да просто Вильтерсон быстрее, чем Лаутру перехватывает мяч. Блядь. Чё за фризы? Я просто... они толкаются и ни хрена не забирают мяч. Вот это вообще что за жесть? Выноси... блин. И вот, вот зачем переключать на Линдстрёма? Если он дальше всех от этого углового... перехват. Перехватим мяч. Забегай. Ох, как все плотно он держит. Ай, блин, ну Тиса, что приходится это навешивать, он тоже знает про эту штуку. Быстрее, бей, да что, я не знаю, блядь. Но это все, это тильт уже. Ничего не могу сделать. Мне надо как-то 2 забивать за 7 минут.
Да что ты, блядь, я должен сделать, чтобы нормально обвести всех защитников и чтобы не отрикошетило от чужих игроков? Ну это еще пина. Пизду, блядь. Я не. Ни хрена не знаю, что делать. Еще. Молодец, Кьяр. Красная карточка вообще. Это тильт полный. Это такой тильт, блядь, я не знаю. А как мне против такой жесткой Норвегии играть вообще? Я не знаю. Все, стата 1-2, я на грани вылета уже. Какой позор, блядь. Какой позор. Три фола просто натыкаются и ничего не могут, никак не могут забрать, а только фолят. Все, теперь только один шаг к вылету, и все. Дальше уже права на ошибку не имею, если проигрываю, то тут уже все. Увидимся тогда в четвертом туре. Всем пока.